Собака по кличке Стив поет азан, то есть призывает людей песней к намазу вместе с имамом 5 раз в день. Все эти моменты пес не пьет и не ест, пока священнослужитель не допоет. Знакомилась с необычно верующей собакой Амина Смакова. Пес по имени Стив живет по соседству с мечетью. 5 раз в день имам готовится читать намаз. Вместе с ним пес Стив садится во дворе возле скамейки и начинает в прямом смысле слова напевать, не выть, в такт пению имама. Свое пение с имамом собака начала еще будучи щенком. Сейчас Стиву уже 11 лет. Ну, намаз идет 5 раз в сутки. Вот, 5 раз в сутки он поет. Именно не воет, а поет. Вы видели, да? По словам хозяйки такого религиозного пса, Стив в этот момент не пьет и не ест, пока имам не допоет. Пока священнослужитель готовится, собака, уже чувствуя время молитвы, сначала подвывает, а потом, когда имам запоет, начинает призывать людей к намазу. Он поет, вы же видели, он сужает губы, он поет в такт. Если какая-то минута задерживается намаз, он начинает чуть-чуть подвывать. Но как только намаз начинает читать, он сразу начинает именно тоже читать намаз. Имам мечети, рядом с которой живет необычная собака, так же, как и хозяйка Стива, твердо уверен, животные тоже могут читать молитвы и петь азаны. Азан шақыранда ит қосылып үндейді. Когда я начинаю петь азан, собака тоже начинает призывать людей к намазу. Это правда. По словам имама, не только соседский пес Стив вместе с ним поет азан перед чтением намаза. Многие другие собаки, так же как и Стив, призывают людей к чтению молитвы. Амина Смакова, Олжас Габасов, Марат Култенов, Первый Карагандинский.